Итак, мы с вами продолжаем вязать вот такой квадрат. Сегодня мы с вами закончим его и поговорим о том, как нужно его соединить. Мы остановились вот с вами на этом моменте. Теперь опять-таки мы находимся в центре арки. Мы вяжем с вами 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот наша арка. В ней мы с вами опять вяжем 3 столбика без накида. 1, ну здесь можно 2 сделать под арку. И 3. 3 столбика на арке есть. Здесь мы вяжем с вами 1 и 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, в третий столбик без накида. 1, 2. То есть у нас с вами 1, 2, 3. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, в третий столбик. И еще 2. Тут у нас с вами 2 арки. Еще нужно сделать третью. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы с вами отсчитываем 1, 2 вот в третью и провязываем 1, 2 и 3 столбика под арку. 1, 2, 3. Вот каким образом мы с вами обвязали сторону. Получили 3 арки и продлили нашу сторону. Далее 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И подарочку ананаса, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, подарку. Вот мы с вами, видите, как бы завершили наш ананас, осталась одна арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот наша арка. Мы в нее 3. 1, 2 и 3. Еще 2, вернее 2 столбика. И 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, в третий. В общем-то, все повторяем, как вот с этой стороной. Мы с вами обошли все по кругу. Так, и у нас остался последний наш ананас, последняя арочка из 5. Что мы делаем? 1, 2, 2 накида. И вот эту точку, откуда выходили. 2 накида я вяжу. Еще 1, 2 и 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 2 накида. И вот под эту же арочку мы с вами вяжем столбик с двумя накидами. 1, 2. Вот что у нас с вами получилось. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Вот наша арка. Мы ее опять начинаем обвязывать. 1,
2 и 3. И вот эти столбики мы тоже вяжем. 1, 2 и 3. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот у нас арочка. В нее мы с вами вяжем один недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик. Соединили. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В эту же арочку еще точно такой же столбик. Один не довязали, второй и третий соединили вместе. 1, 2, 3. Накид. Следующую арку опять 3 недовязанных столбика с одним накидом. Вместе 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в эту же арочку опять недовязанные столбики. 1, 2, 3. Вместе. Вот мы с вами провязали 2 арки. Эта арка провязывается точно так же. 3 петли. Накид и опять пышные столбики. Все 3 арочки мы с вами провязали. 1, 2, 3, 4, 5. И мы с вами опускаемся. Вот нам надо провязать 1 столбик, 2 и 3. И провязать еще 3 столбика под арку, идущую по ходу движения. Вот наш ананас, это наш угол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 накида. И вот в эту центральную арочку мы с вами вяжем столбик с 2 накидами. 1, 15 петель, 15 петель, 2 накида и в эту же арочку столбик с 2 накидами. 1 и 2. Уголок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять мы с вами переходим на сторону и обвязываем ее точно так же, как только что обвязали предыдущую. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и в арке пышный столбик. Вот что у нас с вами получается. И мы с вами должны вот в этих местах и соединяться. Вот сейчас с вами посмотрим, как мы можем соединиться уже с готовым. Итак, мы с вами дошли до уголка. Столбик с 2 накидами. И мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так как у нас 7, да, и у нас 15 здесь петель, это 8. Мы с вами находим центральную петлю нашего одного из мотивов, которого хотим присоединить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида. И мы провязываем вот под эту арочку столбик.
Вот мы с вами соединились в уголке. Если у нас здесь еще, значит, мы еще соединяемся. Далее у нас 1, 2, 3, 4, 5. Мы здесь тоже можем найти с вами 1, 2, 3, 4, 5. Вот зашли, соединились. 6, 7, 8, 9. Так. И заходим вот подарочку, продолжаем с вами довязывать наш уголок, вернее нашу сторону. Уголок мы с вами сделали. У нас здесь 1, 2 и вот 3. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И подарку мы с вами вяжем пышные столбики. Вот один пышный столбик. И у нас 1, 2, 3. И смотрите, у нас вот арочка. Мы можем под нее зайти. Или в третью. 4, 5. Накид. И пышный столбик. 1, 2, 3. И соединились. 1, 2, 3. Накид. И в следующий столбик, в следующую арку вяжем пышный столбик. Есть столбик. 1, 2, 3. И вот наша арка. Мы зашли под нее, протянули. 1, 2. Накид. И в эту же арку столбик. То есть все арочки мы с вами провязываем вот таким образом. Вот что у нас с вами, видите, получается. Так, мы вот с вами соединили все арочки, да, и у нас остался один уголок. Вот наш уголок, и мы должны с ним его сейчас соединить. Мы обвязали столбики, у нас арка сейчас из 9. 1, 2, 3, 4, 5. И мы ищем вот здесь пятую петлю. И протягиваем через нее. 6, 7, 8 и 9. Да, вот наша центральная арочка. 2 накида, и мы вяжем столбик с 2 накидами. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь мы ищем с вами 8. Протянули. И опять 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида и опустились под арку. Все. Если у нас с вами есть дальше, видите, у нас произошло полностью соединение. Если здесь есть, мы добавляем, здесь добавляем, если нам нужно. И получаем кружевное полотно. Так, заканчиваем мы с вами наш квадрат. Вот каким способом. Вы помните, что мы здесь с вами вязали 4, потом 15. То есть вот наши последние 9 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот четвертая, да? Четвертую петлю мы с вами вяжем соединительный столбик. Все, теперь обрезаем и закрепляем нашу нить. И вот в итоге, что у нас с вами получается. На мой взгляд, даже очень красиво.
очень красивое кружевное полотно. Вот, пожалуй, и все, что я вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Желаю вам творческих успехов и до скорых встреч!